От рождаемости до цен на товары. Специалисты Росстата ведут подсчеты и предоставляют цифры статистики. Ульяновское подразделение получает от федералов распоряжение и приступает к работе. Задач, как правило, много. Поэтому у ведомства требуются молодые специалисты. Потому что новые технологии, цифровизация, компьютер, новые технологии управления персоналом. Рост цен всегда волнует население. Отделу финансов регулярно поступают задачи по мониторингу стоимости товаров и услуг. Работники выезжают в торговые центры, фиксируют данные. Интернет тоже выручает при составлении документов. Можно работать и из кабинета. Наша цель – посмотреть, как изменились цены за определенный период. Там, за неделю или в течение месяца. Вот. Потом в течение месяца, по месячным данным, мы просчитываем инфляцию, то есть изменение цены. Преподаватели госуниверситета скоро выпустят молодых специалистов. Тот, кто захочет работать по профессии, сможет выбрать направление. Здесь очень много разных отделов. Вот есть отделы по сельскому хозяйству, по промышленности, по уровню жизни, по занятости, по ценам. Тут много отделов, наверное, с десяток различных отделов, которые занимаются разработкой статистических показателей, которые потом публикуются либо в статистических сборниках, вернее, и в статистических сборниках Ульяновстата, Росстата. На встрече с молодежью преподаватели вуза передали работникам Росстата характеристики на студентов. Лучших из них пригласят на работу. Как утверждают местные специалисты, государственная служба – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.